В эти дни вблизи Новосибирска проходит ремонт газовой магистрали Новосибирск-Кузбасс. От его успеха зависит ни много ни мало надежность газоснабжения сотен тысяч потребителей Новосибирской, Кемеровской, Омской областей и Алтайского края. Подробности далее. Ремонт газопровода напоминает военную операцию. Идет круглосуточно, слаженно, в плотном взаимодействии специалистов различных профессий. Устраняем дефекты, которые на трубе образовываются. Это коррозии, вмятины. Тем самым мы прогнозируем и устраняем заранее аварийные ситуации. Две недели потребовалось специалистам новосибирского филиала компании «Газпром Трансгаз Томск», чтобы провести диагностику газовой магистрали поршнями дефектоскопами, в результате чего были обнаружены дефектные участки. Здесь один из них. Чтобы устранить проблему, газопровод планово останавливают, вырезают дефектный участок и заменяют его новым, так называемой катушкой. Работа идет круглосуточно. Здесь управились за сутки. Сварка каждого стыка занимала 3-4 часа и была завершена ночью. Вся эта наша работа, она направлено на то, чтобы увеличить надежность газоснабжения наших потребителей. В любое время суток и в любое время года газ всегда был у наших потребителей. И они никогда не знали, что такое прекращение подачи газа, тем более в зимний период. Компания эксплуатирует газотранспортные системы в различных регионах страны. От Нижневартовска до Горно-Алтайска и от Омска до Петропавловска-Камчатского. Всего в этом году специалистами предприятия проведено 27 комплексов планово-предупредительных ремонтных работ в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Это основное условие надежной эксплуатации газовых магистралей, а значит и бесперебойного газоснабжения потребителей. Василий Кисик, Антон Мамаев, новости ОТС.